Приветствую! Сегодня мы вот такую масочку филлер делаем. Один к двум она разводится, две части воды и часть масочки. Посмотрите, как она загустела, как клейстер такая. Сейчас мы надеваем перчаточки, надеваем. Сегодня прямо такое настроение было плохое с утра. Смотрите видео, почему у меня прям так сейчас такой подъем сил, думаю, ну и хрен с ним, с плащом. Так. Начинаем. Главное, мы не трогаем корни. Вот так нужно будет пропитать все волосы. Вот даже мне вот вроде всегда кажется, у меня такие жидкие волосы, но я уже одну четверть практически истратила. Вот таким образом вы будете наносить его. Ну, вот сейчас, кстати, запаха нет. Сразу, когда вы его открываете, запах, вы лучше его не нюхайте. Ну, то есть, да, у меня вот специально такую около лица я оставила. Ну, и челку все я тоже сделаю. Таким образом, я сейчас все это сделаю. Вот сколько минут инструкцию мне не дали сидеть. Сколько сидеть минут? Я вообще долго не могу сидеть ни с какими средствами. Я посижу, наверное, минут 15-20. А в интернете можно поискать, девочки, может, подскажут, сколько сидеть. Но инструкцию, бумажку мне не дали. Итак, подписываемся на мой канал, ставим пальчики вверх, так я пойму, какие видео вам интересны. Еще вы поддержите меня.